Давай вместе попечем, а? Твою мать! Всем привет, ребята, с вами Локсинес, и сегодня будем играть в игру Five Nights at Doki Doki. До чего я докатился, я играю вот в эту дичь с Game Jolt. И что, простите, я могу запинаться, у меня утро, только 10 часов утра, ну, да. 10:30. Время такие рановато, я решил с самого утра начать играть во всякую дичь, так что да. Ставьте лайк хотя бы. Ну ладно, что ж, давайте начнем играть в эту чудо. Да, кстати, у меня еще телеграм-канал, подпишитесь, пожалуйста. Я буду очень благодарен. Поехали. Какая она кривая, это ФНАФ. Это ФНАФ, хорошо. Что это? Ага. Понятно. Да чё сейчас упало? Чёрт его знает. У нас есть камера, короче. Зачем нам камеры? Что мы должны смотреть? Где аниматроники? Что это пикнуло? Черт возьми, меня мухи заколебали. Они меня лапают. Нам нужно испечь капкейк. Капкейк, это что значит? Простите. А, мой английский, я не знаю. Сорян, простите. Так, хорошо. Что нам нужно делать? Я пока вообще не понимаю. Что, смотрите, у нас есть камеры. Сколько у нас? Раз, две. Что это падает? Что это за хрень? Почему она двигается? Так, хорошо. Нам нужно печь капкейки. И смотреть в камеры. За кем смотреть? Не знаю. Что значит пен? Еще непонятно. Я почитал просто по Game Jolt, я вообще нифига не понял. Почему? Потому что я не знаю английского языка. Вот на что мы смотрим? Есть какой-то фонарик или что-нибудь, не знаю. Нет ничего. Что это? Слушайте, что-то пикает постоянно. 2 часа. Что это такое? Опа. Она исчезла. Ну ладно. Хорошо, у нас вот есть Сайори. Хоть кто-то не оставил меня в одиночестве. Так, ладно. Ага. Тут появляется Сайори. Хорошо. Сколько нам нужно капкейков? Тю-тю-тю-тю-тю. Уже 5 есть. Знаете, это FNAF на минималках, наверное, какой-то. Иначе это никак не объяснить, но типа 4 часа на меня еще никто не напал даже. Иногда там появлялась Сайори, ну ладно. А я... А в смысле? Вы охренели? Она не засчиталась. Зашибись. Она не засчиталась даже. Типа 5 капкейков это максимум, да? Ой-ой-ой-ой. Сайори. Хорошо. У нас здесь бродит Сайори, которая немножечко того, да? Я понял. Я тебя вижу. С ножичком стоишь. Хорошо. У нас есть Сайори. У нас есть 5 часов. И у нас есть микроволновка. Не, ну в принципе, жизнь нормального школьника, я думаю. Микроволновка, Сайори и 5 часов утра. Про школу собираемся. Я тебя вижу. У меня что-то загружается. Нет, ничего у меня уже не загружается. М-м-м.
Ничего как бы особо интересного я пока что не вижу. Что это падает? Вот видите, что-то падает. Вот опять. Что это? Снова? Ой-ой-ой. Осуждаю. У меня так потемнело аж. Твою мать. Про мать было лишнее. Ага, то есть я, получается, я прошел первую ночь? Ну хорошо, пошлите на вторую ночь. Первая ночь была скучная какая-то, но... Во ФНАФе, по сути, тоже первая ночь как бы не особо. Но там хотя бы кто-то нападал. Какой бесящий звук. Я попиваю кофеёчек, если чё. Так, окей. Мы печём капкейки. Как долго? Быстрей! Один. Хорошо. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Но я пока ничего особенно интересного не вижу. Вообще. Ничего такого тут нет. Оно и не страшное, оно и не пугает меня. Вот, она ходит тут с своим ножиком и все. Ой-ой-ой! Юри! Юри! К нам пришла Юри, похоже, и она не очень добрая. Она ушла. Я тебя вижу. Юри! Простите! Юри, вот он. Куда Юри стоит? Где Сайори? Где Сайори? До меня докапывается муха! Черт возьми! Уйди от меня! Она мне мешает. Ага, она ушла. Я тебя вижу. Хорошо, давайте печь. Получается, у нас около дома, либо... Здрасте! А вам чего? Я от вас закроюсь, вы не против? Чего мне тышь на ухо? А мне тышит на ухо прям. Давай вместе попечем, а? Твою мать! Божечки мои! Хорошо. Хорошо. Опа. Три капкейка. Отлично. Я тебя вижу. Ага, привет. Ой, какая ты стрёмная. На поносику. Так, хорошо. У нас есть обезумнейшая Юри. У нас есть Сайори. Немножко шизанутая. В принципе... Ой-ой-ой. В принципе, полноценный состав Доки-Доки. Все нормально. Два часа. Что с тобой делать? Что мне с тобой делать? На. А, да? Мы их какой-то пен отдали. Мы, получается, что-то скормили, и она ушла. Не понял. Какого черта? Эй, подожди, не надо, давай не будем. Мы поговорим. Блин, мурашки. Ну нет. Да твою мать. Вы шутите, да? Она рипнулась, похоже. Я понял. Do you want... To reset the game. Давай. Понял. Понял.
В общем, я думаю, мы продолжим уже в следующей части, если вам понравится. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.